Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить Данте Инферно. Ох, какие же тут классные локации. Кстати, я помню, что в чревоугодии... Нет, не в чревоугодии. Отца мы должны встретить в этом... Как оно? Ну, типа... Жадность, или как оно там... Что тут много душ этих. Ну, вот, по-моему, спрятанная была, так что... Может быть, даже еще что-нибудь сможем уже прокачать новенькое. Нет, еще не накопил. Ну ладно. Ой. Ну что ж ты делаешь? Ну ладно, хоть время от времени нужно идти читать. Ай, и что, у меня теперь есть вторая попытка? Да. Может быть, в этот раз я больше заработаю. Непонятно, система, как это работает, но мы заработали больше, да? Чуть-чуть. Теперь бы главное не утонуть еще раз. Все равно не накопили, но... Нет, не важно. What these shades could not satisfy in life, in death they shall be denied for eternity. Что это за портал? Кто-то плюется. Может быть, мне кажется. Ну, все. Все. Красавчики. Данте, what are you doing? I made you a priest. Ну,
like father, like son. You think you're above reproach for your sins? I took up the crusade. The bishop assured us that our sins would be absolved. And you believed him. You actually believed these salesmen of salvation. And what of those lost souls that we killed? Where are they? They thought their cause was holy too. Where are they? Why do I not find them damned in the inferno? Because this isn't their hell. It's yours. Don't waste your tears, girl. Knowing my son, he's long dead by now. You dare enter my home! Stop him! Behold the slaughter and ruin of your family, of your home, of your way of life. How does it feel when it's your own? Смотрите, он откусил мне голову и вообще полностью скушал. Вот что значит не нажимать кружочек. А сейчас я готов уже. Я провалился куда-то. А, вот он я. Странное место. Это похоже на веселую головоломку. Это головоломка. Очень головоломная. Я даже не знаю, что тут делать. Слишком. Да.
Посмотрим, что... Да. Так ничего не произошло. Значит, этот рычаг поворачивает этот портал. Смысл в этом... Так, у меня есть идея. Вообще... Что-то я хочу вот туда попасть, но пока не понимаю, как. Может быть... Ну, это вряд ли. Оно слишком быстро улетает. Я без понятия, что тут пока делать, совершенно. Ну... She didn't deserve it. Her blood's on your hands. Нет, это бессмысленно. Вот, если мы поставим так. Нет, блин, что ж... Почему... Как это работает? Если я поворачиваю этот, поворачивается это. Туда я не могу пойти. Так я могу повернуть этот портал, но мне не стоит этого делать, потому что тогда я не могу никуда отсюда попасть. Как мне попасть, ну, например, на ту сторону или к другим порталам? Хороший вопрос. Ну, предположим. Неужели все так просто? Ну, других вариантов просто и нету. Да. Извиняюсь, что долго тупил. Isn't it? How violence just begets violence.
Но я повернул вон тот портал, который выше этого. Зачем поворачивать нижний? Чтобы подойти к рычагу, который притащит доску. Этот портал нас перекинет к тому, который поворачивается. А если я запрыгну в него сейчас, я приземлюсь вот тут. Но опять же рассуждаю логически, мне нужно прыгнуть сюда. Дождаться, пока та доска будет там крутиться. И спрыгнуть на нее. И потом я попаду в тот портал. Сейчас он тут повертится недолго, и сейчас он вернется. Поехали. Оп. Ну, залетай. Получилось. Не прошло и 10 минут. Может, и прошло. Скорее всего, нет. Не настолько же долго я тупил. Ну ладно, двигаемся дальше. Время части еще не иссякло. Вот же пуканы бомбят. Интересно, еще и реликвии. У God of War я так и не узнал, потому что... Ох, потому что я не прохожу God of War по два раза. Давай. Что-то я не понимаю опять. А, все, понял. Может быть и нет, но проверим.
Все-таки я понял так. Сейчас толкнем так. Да чтоб тебя, ублюдок, гребаный. Да что ты делаешь? Идите нахер, идите нахер. Из-за того, что веревка там своей жизнью живет, прям что получится. Ну наконец-то. Я даже не представляю, как это выходит иногда у меня, но все же выходит. О, опять ребята на Коле появились. Давно не видел декорации к уровню такие. Так, магия не нужна, здоровье нужно. Наблюдательный. Интересно, как к той вазочке добыл, которая там. Ладно, к черту. Ну вот, до жадности добрались. Take it. Take it all. How will I feed my family? That's not my problem. I have friends to entertain. For the crime of greed do these souls suffer. Those clerks, a squint of mind, made no measured spending in life. And by contrast, in these popes and cardinals, greed practiced its excess. Ну, вроде ничего опасного в этих... и нету. Хотя, если... упасть в это кипящее золото будет печально. Механизмы, механизмы, механизмы. Сейчас, наверное... Но это нормально.
о врагах я и подумал, давно не было. Ну вот это плохо. Надеюсь, если я их убью вовремя, все это прекратится. Ау, тихо, я вынужден. Ну, по сути, простенько. Так, что у нас там? Со временем нормально. Конечно, не очень, но... Надеюсь, до следующего сейва не 30 минут пути. Ладно, полагаю, туда не стоит. Здоровье. Возьмем, чуть-чуть нужно. Ой, новый враг. Дойдет, интересно, для меня. Довертится. Упорно, усердно. Правда, вертится, по-моему, до того момента, пока его... Пока не попадет разочек. Потом его можно добить. Может, заняться спасением душ? Мне совсем чуть-чуть до прокачки. Хотя по 10 святости это, конечно, печально. Вон, он бешеный. А что ж ты делаешь? Я думал... Да. Я зря думал. Ну, хорош. Пока один крутится, другой не крутится. Пока другой крутится, хватит. Дебил. Сейчас устроим. А, как-то там был, да. Ой, за мной наблюдали. У стен есть глаза и уши, да и вообще тело торчит. А вот и не торчит. И потихонечку она закрывается. Предположим. Сейчас мы дергаем, потом дергаем тот рычаг быстренько. И смотрим, что произойдет. Я не понимать опять. Три загадки за серию, это уж
Ну ладно, предположим. Вы же не просто так отрубаете бошки. Или просто так. Готов предположить, что просто так. Ах, хитро. Давай резче, резче. Не успею уже. Ладно, думаю, стоит начать сначала. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все. Врага уже какого? Как у оленя. Вот тех были, как указывали. Ух ты. Прикольно. Но мне и тут нормально могу стоять и... Ай. Ай. Нихера себе. Больно. Ай, дебил. Ой-ой-ой. Реще. Реще. Дебил. Дверь не закрывайся. Как-то. Я зайду к тебе. Ой, так вот этого чувачка отпущу. Ну, 23. Хватит, я думаю. Ура! Не знаю, есть ли смысл что-то прокачивать, потому что я сейчас могу умереть, но... Так, что у нас тут? Давай, давай. Интересно, как же эта регенерация включается вообще? Вот Данте приносит в жертву здоровье и мана, чтобы нанести огромный урон всем окружающим врагам. А чё нажать-то надо, а? Ну окей, пусть приносит, вот. Прокачаем. Класс! Класс! Теперь всё сначала. Ну, спасибо, да, только я все равно не выживу с этим вертелой. Так, умирай-ка, умирай-ка.
говно. Здесь он получает урон, даже когда вертится у меня. Но добраться до конца будет сложно. Кажется, мне так кажется. Ну, надеюсь, тут чекпоинт, ребят. О-о-о-о. Как же здорово. Как же здорово. Прыгать тут, как на скакалочках. Что делает рычаг? Ой, до свидания. Ой, там зверь ходит, похоже. Ладно, наверное, заканчиваем на этом эту часть. Продолжаем в следующей. Но пока всем спасибо за просмотр. Удачи, пока, увидимся.